Природу человеческой хитрости можно исследовать бесконечно. Очередной объект для наблюдений полиции появился в Иркутске. Это странная бригада, девушка с непонятным удостоверением и два электрика. Они приходят в основном к пожилым людям и предлагают заменить счетчик. Предлог – окончание срока годности прибора. Мошенники пугают штрафом в 5000 рублей. И тут же предлагают альтернативу – новенький аппарат с установкой всего за 3000. Вот только пломбы на этом счетчике недействительные, показания с него законный поставщик электроэнергии не примет. Более того, потребителя могут действительно наказать штрафом за безучетное расходование света или привести на расчеты по нормативу. О таких неприятных последствиях предупреждены жители домов на Синюшиной горе, в микрорайоне Первомайский и Юбилейный. В общем, там, где мошенники уже побывали. Всем остальным стоит помнить, по квартирам сотрудники энергосбытовых компаний по таким поводам не ходят. А если у счетчика действительно заканчивается срок годности, об этом предупреждают официальным уведомлением. Хозяин жилья должен самостоятельно связаться с контролером.